Всем привет, с вами канал Art Money. И сегодня у нас видеообзор на вот такую вот шоколадку Alpengold Max Fun, или Fun, может быть. Так, здесь у нас 160 грамм, это у нас новинка. Здесь у нас вкус манго, ананас, маракуйя, взрывная карамель и шипучие шарики. Так, много всего и всего лишь в одной шоколадке. В 100 грамм здесь 511 килокалорий. Она такая вот яркая, она, кстати, такая большая. Довольно 160 грамм. Все-таки это много. Так, и давайте посмотрим состав. Состав немножечко плохо видно. Ну, давайте я попробую вам его прочесть. Это, конечно, займет время, но я попробую. Так, шоколад молочный. Сахар, какао тертое, то, что входит в шоколад. Масло какао, сыворотка сухая. Молочное молоко сухое. Цельное, жир молочный. Так, наверное, там гата какой-то, как обычно, по списку идет. Сахар, сироп глюкозный, что ли, не пойму я. Лактоза. Из кокоса, что ли, не знаю. Так, шипучие рисовые шарики со вкусом малины, клубника, лимон, лайм, апельсин, сахар, мука, рисовое масло, какао, тоже там в скобках чего-то, как будто состав апельсина. Регуляторы кислотности, кислота лимонная, гидрокарбонат натрия, молоко сухое цельное, лактоза из молока, крахмал пшеничный, молоко сухое, обезжиренное, чего там, господи, глазировать, что не знаю, короче, что там. Шеваг какой-то, эмульгатор, так, лекцин, что ли, подсолнечный сироп, глюкоза, соль, концентрат, что здесь, слот. Ой, блин, так плохо видно, кошмар. Так, какао-продукт, молочный шоколад, масса не более 5%, все что ли? А, нет, я перескочила. Короче, здесь куча-куча всего, Е-добавка есть 141. А, и все, что ли? Ну, короче, честно, что-то состав вообще просто огромный. Я так подозреваю, чем больше вкусов в шоколаде, тем больше всякой химии. Наверное, честно говоря, гораздо проще покупать чистый шоколад и самим все это добавлять, то есть самим все это делая или покупая, то есть смотреть состав, чтобы там было поменьше Е-добавок. Потому что это большой какой-то прям состав, действительно. И плюс это все написано на такой вот бумаге, то есть оранжевой. Плюс она еще светоотражает. И читать вообще неудобно. Ну ладно, не будем болтать, давайте скорее откроем. Так, у нас мы что с вами смотрим здесь? Такой же шоколад он, какой, ну, вернее, какой он внутри, такой же или нет. То есть тут, видите, полосочка, тут какие-то мазюки маленькие, да, тут вот цельные. То есть, и также мы смотрим, есть ли здесь столько начинки. То есть тут рис, вот, да, ананас, здесь розовый шарик, здесь кто-то еще. То есть мы с вами смотрим именно вот это. Именно для этого я купила эту шоколадку, чтобы узнать, а в ней столько же начинки или нет? Давайте с вами посмотрим. Ну, мы уже, смотрите, с вами сразу видим, здесь есть воздушный рис. Да, и это оно у меня потекло уже. Опа. И сама, в принципе, шоколадка, вот она. Не помещается даже. Да, вот она, сама шоколадка. В принципе, как и было нарисовано на упаковке. Какие-то зипристы, какие-то такие. Какая-то она такая вся необычная, такая необыкновенная. Обычно такой вид шоколадки у нас в виде... Мы можем, вернее, виден, да, мы можем посмотреть в Милке. Да, то есть у Милка они вот любят такие дизайн шоколадки делать,
каждая шоколадка какая-то разная, то елочки там, то еще что-то. А в Альпенгольд там были как-то обыкновенные все. И вот только вот эта вот, видимо, серия немножечко другая у нас. Так, сейчас мы с вами сравним, ради чего мы здесь собрались, да? Слушайте, тут даже... А, нет. Вообще-то нет, не похоже. Здесь идет дальше треугольничек. А этого треугольника я здесь... А, вот это что ли? Нет, не он. Я его здесь не наблюдаю. Да, каналы... Канал Артмани что-нибудь найдет. Ну да, ну вот она, похоже. Здесь как-то идет. Ну, немножечко, да. Немножко отличается все-таки. Давайте же ее будем пробовать. Мне уже не терпится. Даже интересно, какая же она там внутри. Опа. Так, ну, в принципе, в каждом, наверное, кусочке будет понемножку. Ну да, в каких-то кусочках нету, например. Вот здесь вот, да, много вот этого воздушного риса. Тут всего лишь один получается. Он не виден. Да? Вот здесь вообще прям много. Тут получается вон 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 штук, да? Тут 3, тут всего одна. Ну, честно говоря, как-то немножко неправильно. Давайте попробуем вот этот кусочек. Сладкий в меру. Не приторный. А... Вкус ананаса, прям кусочки ананаса чувствуются. Они прям, знаете, так вот жуются, такие немножечко жестковатые. А риса тоже чувствуется. Именно с этим воздушным... Какой там он? А, шипучие шарики, да? Не рис, а шипучие шарики. Ну, там какая-то степень как будто риса. Ну, короче, вот эти вот шарики, они такие довольно дают интересный такой вкус. Не знаю, с ними так необычно. Давайте еще вот это попробуем. Да, кстати, даже вот в этом кусочке, где был всего лишь одна штучка шипучего шарика, да, в нем все равно было много начинки, какие-то и ананас, там что-то и манго, что-то там. Я чувствую, у меня даже в зубах что-то взрывается. Там написано «взрывная карамель». Действительно, там на зубах у меня что-то, какие-то звуки происходят, что-то там действительно взрывается. Вот даже в этом маленьком кусочке, в котором на вид ничего нету, казалось бы, но в нем много начинки. Опа. Ну да, здесь на вид вот как будто ничего нету, но на самом деле есть. Ну и, кстати, он еще прям тает, тает в руках. Причем дома у меня не так прям, не жарище, не жарко. Дома, ну, нормально. Сколько мы с тобой, с вами, вернее, уже шоколадок проверяли, ну, чтоб настолько таял шоколад. Не знаю, не впервые, конечно, у меня был какой-то шоколад, был, который тает, но не настолько. В принципе, шоколад мне понравился. Он действительно очень вкусный, необычный, там много вкусов. Вернее, не вкусов, а много довольно начинки. То есть в каждом кусочке много начинки. Но вот он тает. Это как бы мне не очень понравилось. В конце концов, у нас не лето сейчас, а еще только весна на улице. Вот, в принципе, его можно купить, подарить. Человеку будет приятно такой подарок, наверное, получить. Даже упаковка, посмотрите, как она оригинально выглядит. То есть производитель старался сделать упаковку красивую и шоколад вкусный. Давайте еще ее подломаем. Так, сейчас мы ее посмотрим. А ну вот, вот в этом кусочке, наверное, не будет. Ну вот он ломается. В принципе, ой. Даже прям отваливается. Где? Вот тут вот. Вот тут вот я хочу отломать. Вот тут кусочек. Вот в этом куске, мне кажется, как будто вообще ничего нету. Но давайте попробуем. Здесь даже что-то взрывается само.
кусочек, в котором, казалось бы, ничего нету, но в нем реально много начинки. В нем реально как будто есть и ананас, и вот эти вот как раз вот цветные рисинки там или что там, а шарики, да, шипучие. Он реально вкусный, мне понравился шоколад, очень. Он такой ароматный, прям чувствуется молочный шоколад. И начинки достаточно. Самое главное, что не приторно сладкий. Ну, в принципе, честно говоря, у Alpen Gold у них не приторно сладкий. У них нормально как раз шоколад, а вот у Milka у них приторно сладкий всегда. Почему-то. Вот. Посмотрели мы с вами шоколадочку. Я надеюсь, что вам понравился этот обзор. Ставьте лайки, мне будет очень приятно. Также пишите свои отзывы, понравился ли вам такой шоколад, покупали ли вы его или нет. Также можете написать в комментариях, на какие шоколадки сделать мне обзор. Мне будет приятно, если вы напишите ваши маленькие хотелочки. Вот, и на сегодня это все. С вами был канал Art Mania. И всем пока-пока. Не забывайте подписываться.